Ребят, я даже не знаю, кого показать в первую очередь, себя или эти пионы, которые раскрылись. Какие же они красивые. Ну, ладно, покажу себя, я сегодня ярко. Блин, с этим светом я страшная. Hi, guys. Гаспар? Что происходит? Расскажи. О, выставка машин? Вау! Тебе понравились машины? Сесть в машину хочешь? Нельзя, смотри, закрыто. Ребят, дело пахнет жареным. Гаспару понравилась выставка машин. Гаспар? Расскажи, что происходит? Ты в аэропорту? Смотрите, пытается пролезть. Ты сегодня перестанешь плакать? Куда мы идем? Мы летим отдыхать? Куда идем? Куда едем? Отдыхать летим? Бассейн? Ура! 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 Эрин Брокер. Эрин Брокколи. Гуар Брокколи. Куда мы летим? Отдыхать? Ты радуешься? Ура! Как ты радуешься? Покажи. А ну-ка улыбнись. Она не серьезная. Улыбайся, улыбашки нас. Ты проведешь нам экскурсию по вилле? Пошли. Ну что, ребят, давайте зайдем, посмотрим, где мы будем жить в ближайшую неделю. Давай, пойдем, заходи. Заходи, Гаспар. Иди, Гаспар. Иди, бабушка. Вау. Красота. О, это кайф. Это терраса при нашей вилле. Здесь можно загорать. И есть вот свой выход в бассейн. Прикольно. Так, мне уже начинают нравиться. Кайфово. Хай. Так, а это наша вилла. Кстати, ребят, посмотрите, у террасы есть еще такая зона отдыха. Я так понимаю, здесь можно прятаться, если что, абстрагироваться от всех. Собственно, вот сама вилла. Это наш зал. Блин, как классно. Тут какая атмосфера. Фрукты! Красота. Ой, тут даже есть моя фотография, посмотрите. Welcome. Спасибо. Круто, смотрите, какие угощения, ребят. Короче, вот такой вот огромный просторный зал. 600 тысяч видов угощений. В общем, вот так выглядит спальня. Вот такой вот вид. Что хочешь, на машине кататься? Пошли, все, пойдем. В общем, ребят, второй этаж выглядит так. Две спальни там, холл и две спальни тут. Гаспар? Вау! Вау, тут написано welcome! Это нас встречают! Ты что хочешь? На машине кататься? С мамой? Пошли давай. А где я машину найду? Ребят, посмотрите, какое приветствие! Как красиво, как мило! Спасибо большое! Просыпаться вот с таким замечательным видом.
выходить на балкон, наслаждаться жизнью. Что у меня есть еще? Абсолютно у каждого номера, hi guys, есть своя гардеробная и своя огромная ванная, которая состоит из ванны, душевой и так далее. Так, ребят, у нас также есть кухня. Огромная, посмотрите, какая большая. Тут можно готовить. Есть даже вся посуда необходимая. Вот, все. Вот так вот можно подняться по лестнице. Тан-тан-тан. Быстрее, 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 бежим, 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 бежим. И вот такая вот есть своя терраса. Поют птички. Тут можно тоже отдыхать. Если выйти за территорию виллы, вы можете увидеть соседние виллы. Прекрасная, красивая инфраструктура. Кстати, вот эти люди, вот эти вот именно виллы купили, просто богатые люди тут живут. Это не гости отеля. Просто природа кайф, ребят, погода кайф. Вот это наши виллы, и тут есть такая тропинка. Гаспар нам сейчас проведет экскурсию, да, Гаспарчик? Покажи нам, это дорога к пляжу. Да, посмотрите, буквально одна минута. Мы с сыночком уже на пляже. Тебе все нравится? Тебе нравится? А, спасибо. Нет, спасибо. Ему ничего не нравится, да. И вот такой вот замечательный вид открывается на Дубай.